вертолетов под сводами Ледового дворца спорта. Вместе с вами за матчем будет наблюдать комментатор Олег Масалев. В общем, продолжаем 5 на 5. Высказывал очень громко, находящемуся рядом, Виктору Гашилову. И знаешь, у него такой настрой, как в матче против СКА. Ну вот, видите, толкались, ответил Плэт Радулу. И вот он, удар с клюшкой был, а? Не отреагировал на это Джефф Плэт. И тут затолкал уже Радулов потом миниатюрного Плэта. Джефф Плэт, номер 9, команда «Локомотив». Александр Радулов, номер 47, команда ЦСКА. За удар соперника клюшкой большим плюс диск. Команда в стартовой 20-минутке. По-прежнему счет у нас не открыт 0-0. У ярославцев шикарный шанс, они пока им не могут воспользоваться. Бросок Аверина мы видим, и четкие действия на последний. Еще минуту обороняться. ЦСКА шайбу летает за пределы площадки. 4 минуты уже армейцы отобрали. Угроз совершенно справедливо. И вот четко! Выход один в голове! Моментище такое у кого? У Андрея Кузьменко, о котором мы говорили. Передачу, ну а затем то, что в Северной Америке называют бэк-чекинг. Сзади подкатился к сопернику, шайбу забрал. Так, в стиле Павла Дусюка сыграл. Два прекрасных момента Андрея Кузьменко за одну смену. Ну и отмечаем, естественно, Кёртин. Но неплохо вернулся. Бросок поворота. Ну и момент! Еще раз смотрим повтор момента. Все начал Андронов. Вот вам и четвертая тройка армейцев. Здорово смещается в центр. Несильный бросок. Сетфорд перед собой отбивает и прошивает. Там его уже, вы видите, вот... На колено упал Любимов, мешал тут ему игрок Локомотива Мартин Тёрнберг. Но все добре. И так, кстати, вот победили. Какие-то ЦСКА. Только шайба была перед Стэнфордом. И 2-0. Еще раз смотрим этот момент. Посмотрите, вот бросок Егоршева. И подкараулил этот момент Джафяров. Вот долго тут боролись какие-то ЦСКА, тут Андрея Стаси надо выделить, который очень неплохой трафик там создавал. Шайба, и уже ярославцы переходят к активным действиям. Пытался кусок вылезать, но пятак не пустили. Мощный силовой прием, ой-ой-ой. Посмотрим. Досталось серьезно Григорию Панину. Спасибо, вот мой сейчас. Паровоза ярославцам дровишек. Хотя, ну, естественно, просят не сбавлять. Не сбавлять, да, подсознательно. Армейцы, может быть, расслабились. Нет, это не сомневается. Делает передачу, но там тоже шайба так скакала, и сложно было Григоренко, конечно. Сложно судить о том, кому на руку. Тут зависит от того, забьют, не забьют, да, и, соответственно, если кому-то повезет в очередной атаке, мы уже будем говорить по-другому. Но то, что ЦСКА... А что дальше? Подвижно. Обороны ЦСКА. И вот в момент и все-таки гол дали Плэт Локомотива. Давайте смотреть. Опять вот это вот треугольничек, одно касание, и тут не сумел Галимов выручить. Ну, здесь смотри, три движения Плэта. Раз, два, переклад. Да, очень долго тут Егоршев выезжал на него, да и Любимов тоже не дотянулся, не сумел помешать. И в итоге... Шибается Дениса, останется.
досталось в итоге Денису. И тут уже Григорян тоже нестерпел. Малым штрафом каждый наказанный Егор Аверин, номер 29, команда «Локомотив». Игорь Григоренко, номер 27, команда ЦСКА. Да, тут, конечно. Егор Аверин против... Еще бросок заблокированный, еще бросок хорошего жарка! Плотников! И гол! Локомотив забивает! Пробивает оборону ЦСКА! Давайте смотреть повтор. Вот мощный бросок к воротам Плотникова. И тут уже забивает Джефф Плетт, а? Ну, можно, наверное, вспомнить какой-то детский стишок. Не знаю, знает ли его Джефф Плетт. Я люблю свою лошадку, причешу и шовку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости. Оседлал просто Джефф Плетт оборону ЦСКА. Героев сегодняшнего матча наравне с Джеффом Плеттом, безусловно. Ну что ж...